Всем привет! Пришла сегодня очередная посылочка с AliExpress. Я ее уже раскрыл просто потому, что мне прям было интересно, что это такое пришло маленькое. Не дождавшись, скажем так, создания видеоролика, доставили с Dex'ом в терминал. Немножечко меня это как-то смутило, думаю, что ж такое пришло и в такие, скажем так, таким интересным почтовым отправлением. Давайте не будем рассуждать, давайте я вскрою просто ее, посмотрю. Я уже в курсе, что здесь. Сейчас покажу вам. Заказывал я светильник вот такого плана, смотрите. Вот, видите? Он с солнечными батарейками, батарейки внутри уже, вот так здесь светодиодные лампочки, здесь светодиодные лампы и здесь. Вот. Все это может крепиться как к стене, вот здесь вот отверстие, тут вот такой дюпелек. Вот, либо сами на саморезике, либо куда-то под крышу. Вот. Здесь присутствует датчик движения и кнопка, ну скажем так, физического включения, то есть ну, мало ли вам надо, чтобы он горел. То есть, смотрите, горит он очень ярко. Вот так. Вот, видите? То есть, со всех сторон он освещает. Давайте я пробую вот так вот закрыть рукой, чтобы не слепило экран. Вот видите, все вокруг освещается. Вот, то есть, очень ярко. Вот это вот датчик движения. Там, по-моему, до 10 метров он реагирует. Вот. А угол, по-моему, как бы не соврать, я не помню, 140 градусов, что ли, что-то как-то так. То есть обхват идет, ну, хороший такой, особенно если высоко. Светить будет достойно. Вот. Значит, по поводу доставочки и того, сколько она стоила, по-моему, что-то около 500 рублей. Я точно сейчас не скажу, сейчас мы быстренько запустим AliExpress. Как-то я вот так вот не подготовился опять очередной раз. Вот. Но мне больше чего понравилось. Я его хотел взять, мы купили домик в деревне. Вот. Ну, как бы дачу. Вот. И я хотел ее взять вместо светильника. Вместо светильника на освещение двора. Но, естественно, этого мало. Единственное, мне что подкупило, то, что здесь стоит вот эта вот ячейка со солнечными батареями, то есть она от света заряжает батареечки. То есть не надо ничего подключать, тянуть и так далее. Но этого света мало, сразу скажу, от одного светильника очень мало. То есть он будет освещать, если только какую-то дорожку перед домом. На большее как бы не рассчитывайте. Он сам по себе маленький, вот смотрите, я на ладошку кладу, он чуть больше ладони. Вот. То есть как бы... Вот как-то так. То есть каких-то сверх каких-то ожиданий здесь рассчитывать не стоит. Ну просто я вам скажу так. За 500 рублей это очень достойный вариант. Мне кажется, это было бы неплохо, если бы кому надо такое вот освещение без, ключевое слово, без проводки дополнительных каких-то проводов, выключателей и прочие лабуды. Вот смотрите, стоил он 528 рублей. Вот, сейчас он стоит, сейчас посмотрим, сколько. Так, мы заказывали одну штучку. По-моему, из Китая. 552. Чуть-чуть подорожал, но это, наверное, из-за курса. Вот. Но смотрите. Вот сейчас какая-то акция проходит на AliExpress. Наверное, что-то какая-то это... Сейчас, если из России заказывать, не из Китая, из России, то он будет стоить вообще 367 рублей, ну, 368. Вот. То есть, за 700 рублей 2 вот продают. За 1354 вообще 4 штуки продают. То есть, я даже лоханулся. Ну, тогда не было, по-моему, отправки из России не было, потому что я бы не заказывал через Китай. Но вот я бы, естественно, заказал через Российскую Федерацию. Вот. Но здесь написано, что окончание, скажем так, акции этой вот, стильный сентябрь, оказывается, это называется. Вот. 5 дней осталось. Так что, ребята, если успеете за 5 дней приобрести, очень хороший вариант. За 367 рублей это вообще копейки.
Вот, я вот покупал за 528, как бы вообще капец. Вот, то есть я подумал, может, даже еще закажу парочку за такую цену. Вот, мне очень понравилось, вот смотрите, видите, как освещает. То есть элементарно, даже вот где-то поставить вот в коридорчике, знаете, вот где-то вот в коридорчике, в каком-то вот помещении таком, куда вы редко заходите, но где, скажем так, есть, ну там, окошко попадает или там еще что-то, чтобы свет попадал вот на эту вот площадочку, чтобы она заряжалась. Но если у вас как бы с этим проблем нет, если вы готовы менять батарейки, аккумулятор поставить и это, то можно, в принципе, вот так при включении сразу освещать там где-то. Я не знаю, там. Я, кстати, может быть, в подвал ее установлю. Мне будет не сильно важно вот это вот заряд. А если ей нужен будет заряд, мне кажется, выставить, снять, выставить, на солнышко зарядить и потом опять повесить, там будет тоже неплохой вариант. Вот, и можно, в принципе, тоже освещать. Вот. Но опять же, это такие странные немножечко варианты, куда ее поставить. Ну, на самом деле, каждый может себе придумать, куда поставить. Кстати, кнопочка вот это вот включение прорезиненная. Вот это вот пластиковая такая, ну как крышечка на датчике движения. Вот, то есть, в принципе, ну неплохой вариант, совсем неплохой. То есть все здесь, все пропайки, все эти вот места, они заделаны специальным гелем или чем-то этим, чтобы вода, если попадает, не замкнула ничего. Есть также, я забыл вам сказать, есть инструкция. Инструкция, правда, по-моему, на английском языке. Да, инструкция на английском языке. 100 светодиодов. Размер 10 на 50 миллиметров. Ну, короче, 10 сантиметров на 5 сантиметров. Что-то как-то неправильно. А, это, наверное, вот так вот. Ну, что у нас тут? Рулеточки нет, я не могу замерить. Что-то тут вот они пишут. А, нет. 12. 12, вот, 124 миллиметра на 48. Это я вам что-то не то, наверное, ляпнул. 48 это вот эта часть. Да, ребята, я туплю немножко, так что не обращайте особо на это внимание. 48 это вот это вот, ну, короче, 5 сантимов. А вот так вот это 12,5. И вот так вот это 96. Ну, короче, 9,5 сантиметров. Вот. Вот здесь даже все показано. Солнышко падает на вот эту часть, на батарейки вот эти вот. Солнечные, она заряжает их. И, собственно, дальше. У кого с английским хорошо, тут. Интервалы работ. Единственное, вот интервалы работ немножечко меня смущает. Смотрите, на улице особо не поставишь. От минус 5 до плюс 60. Минус 5 у нас бывает зимы и побольше. То есть, как бы ему капец не настал. Вот в чем дело. То есть, как бы непонятно, куда ее поставить тогда. Вот здесь, не 140 градусов, а 120 градусов. Вот здесь показывает. То есть, если кто-то проходит. А, и высота, я вас тоже обманул. Не 10 метров, а всего лишь 3 метра. Капец. Ну, как раз на дом пойдет. Вот. Допустим, даже чуть повыше подняли, чтобы кошки, если лазят там, на кошек, чтобы не среагировало. Вот. Кстати, очень хороший вариант насчет кошек. Здесь вот что-то 15-18 секунд на человека. То есть, если человек проходит, через 15-18 секунд она вырубается. Ну, мой английский, он так себе, поэтому особо не поймем, что и как. Так, ладно, что я вам хотел еще рассказать. Да за сколько она пришла, да? Сейчас посмотрим подробнее. Заказали мы его 14 августа, а пришла она. Блин, она почти месяц шла. Вот что значит. Она пришла 11 сентября. Так. Да, 10 было в этом, 11 я получил. Вот как-то так, почти месяц, ребята. Блин, это очень долго. Вот. Но если из России заказывать, вот сейчас я вам объясняю, акция идет, обалдеть. Вот. Можно купить ее за 367 рублей. Очень дешево, я считаю. Я вот покупал ее за 528. Ну что ж, на этом мы закончим видео. Если видео понравилось, ставим лайки. Не забываем подписываться на канал. Всем пока.